Ну, я не хочу тебе рассказывать, что я там постреляю там по гражданским людям, там не убиваю по коленям, там и колени разбиваю. Зачем тебе это? Не Пион, знаю. блядь. Ну, что ты от меня хотела ждать? Я тебе не буду, Настя, рассказывать, как оно на реально есть. Настя! Я надеюсь, что ты не воюешь. Настя, солнышко мое, конечно, воюю, ты что думаешь? Да Настя, я нет, могу я думаю, взять. что... Настя, ты думаешь, я могу взять человека и выстрелить в голову. Бам! Пулемета калашник, да. Я спокойно могу прям сочи прошить его, прям голову оторвать. Ты что, в это не веришь? Настя, я долбоеб устал, у тебя я вообще ебанутый устал. Как же быстро. Но я могу убить Я могу убить человека. Вообще в голову. Я пристрелю ему голову, убью. Я не боюсь. Ты этим гордишься? Я не горжусь, Настя. А мне просто похуй. Я приеду домой живым, здоровым. И все. Я сына воспитаю. Настя, я сына воспитаю, как мне стоит, надо быть. Настя. Когда были гражданские. Я гражданские в окопы кидал. Я всем по голове стрелял. Убивал их. Они плакали, умоляли меня. Я их все равно стрелял. Настя, ты меня не проси, потому что я такой у тебя добрый. Я тебе какой есть. Я приеду таким, каким я есть, Настя. Я буду, может, долбоевым приеду тебе. Ты же сказал, ну, в хорошем приедешь, сейчас говоришь, Я тебе не долбоебом. говорю, я тебе никогда не правду не говорил. И не буду говорить, Настя. Этих хохлов на колени ставил. Они меня умоляли. Они говорят, Раша Форевер. Я не заставлял говорить Раша Форевер. И они на колени стояли вот так вот, этих хохлов. Их заставлял, Настя. Поэтому не надо мне говорить.